Всем привет! Сегодня у нас на обзоре фен технический, фирма RedWerk Basic, называется HG2000. Из этого следует, что мощность у него 2000 Вт. На 220 вольт, два режима, потребляемая мощность либо 1000, либо 2000 Вт. Диапазон температур 300 и 600 градусов Цельсия. Воздушный поток 300 и 500 литров в минуту. В комплекте идет инструкция по эксплуатации. Раз, насадка. Левые руки, не обращайте внимания. Два, насадка. Три, насадка. Целых три насадки. Зачет на фен стоит в районе 1000 рублей. Довольно-таки длинный кабель. Как я уже говорил, две скорости работы. Кронштейн для подвешивания. Сам фен довольно-таки тяжелый. Работать им, в принципе, удобно. Единственная ручка здесь не прорезиненная, что сразу можно отметить с худшей стороны. Потому что, ну, будет скользить сырые руки или еще что-то. Хоть... Ну, как будто бы рифленый, но на самом деле оно скользкое. Это просто видимый эффект. Но выглядит в целом более-менее. Защитный кожух здесь не отщелкивается, а откручивается. При этом плотно он не закручивается, начинает проскакивать резьба. Но зато длина ствола, смотрите. Прям. Ну, порядка 10 сантиметров. Это больше, чем у большинства конкурентов. Давайте включим. Первый режим. Второй режим. Жарит ого-го. Прям реально ого-го. Намного лучше, чем другие. Как думаете, после первого включения дымок пойдет, как на других? А ничего и не пошло? А нет. Идет. Но не так сильно, как на более бюджетных моделях. Раскроем маленько карты. Когда-то, ориентировочно, года полтора назад у нас был такой фен. И с ним что-то пошло не так, в плане того, что сопло здесь реально очень длинное, как вы могли заметить. Вот этот защита начинает плавиться при длительной эксплуатации, что, на мой взгляд, недопустимо. Так. То есть, если его не перегружать, не использовать его длительное время, то, в принципе, можно брать смело, ручку бы прорезинил, и все, было бы огонь. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.